Под этими градами, под этими подушками. Они не спят, дети. Дети дрожат все от Российской Федерации. Мой дом. В отпуске. Что осталось в отпуске бомбардировки. И сгорело. И все. Осталось без жилья. Идти некуда. Вот у знакомого живу пока. Пока прилетел. Ничего, все, все, все буквально, ничего нет, все ушло. Вот это что остался, туалет, дверь, вот это прихожая, все что. Больше ничего. Что делает Российская Федерация с нашими детьми, с нашими семьями, с нашими мужьями, детьми? Насильно вывозят их в Российскую Федерацию. Это нормально вообще? Им что, дано решать, где нам жить? Это моя страна. Я хочу жить в демократии, а не в ветеранах. Я хочу просто вернуться к себе домой. Просто к себе домой. Сейчас, конечно, хочется просто безопасно выйти. Остаться живыми. Остаться живыми, потому что сейчас, когда Мариуполь захвачен, и весь развален российскими оккупантами, можно сказать, то у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим, у нас дети полтора месяца уже не видели солнечного света. Два месяца мы не выходим, ни дети не выходят, никто не выходит. Я хочу, чтобы мне помогли. У меня ноги не ходят. Мне надо помощь. Это. А так вот я брошена, сижу, сплю в подвале. Дом красивый был. Квартира хорошая была. А теперь ни квартиры, ничего. Я живу одна. Помочь некому. Если бы не украинские военные, в принципе, мы бы уже вообще не знали, что ели бы и что пили бы. Кое-что, конечно, привозят мальчишки военные, которые с нами здесь. У нас назревает один вопрос. Где помощь? Где помощь мира? Где помощь украинская? Где вообще какая-то помощь? Мы застряли здесь действительно, и насколько нам здесь сидеть, неизвестно. Город разбит. Ну вообще, все, все города нет, нам никуда не возвращаться, нам даже у нас время бомбят, здесь бомбят вообще, Азовсталь начали, и такие новости, что здесь вообще мирных жителей нет. У нас здесь как очень здесь много мирных жителей, очень много детей, младенцев, женщин. Мы хотим просто безопасности, безопасно выйти отсюда и переселиться в безопасное место.